Приветствую всех любителей вязаной игрушки. Меня зовут Лидия, и сегодня мы вместе с вами свяжем вот такую коровку. Для этого нам понадобится следующий материал. Пряжа Yarnart Jeans Plus, цвет какао. Эта пряжа нам нужна только для вязания тела. Точно такой же цвет какао, но уже обычная Yarnart Jeans. Белый или молочный для мордочки и пятнышек. И шоколадный Газал Baby Cotton для рожек, ножек и хвостика. Также нам нужна нить, чтобы вышить глазки и ноздри. Холофайбер для наполнения игрушки. Крючки я использую 1,6 мм и для вязания тела 2,1 мм. Иголки, ножницы и можем приступать к работе. Начнем с головы и сразу свяжем самые маленькие детальки – рожки и ушки. Для рожек берем шоколадную Газал Baby Cotton и в кольцо вяжем 4 столбика без накида. Раз, два, три, четыре. Затягиваем кольцо. И в первую петельку ряда вяжем соединительный столбик. Воздушную петлю подъема еще раз подтягиваем кольцо. И во втором ряду мы снова вяжем 4 столбика без накида. Мелкие детали труднее всего вязать, но постарайтесь вывязать уже эти, а дальше будет легче. Раз, два, три. И 4. Если у вас деталька завернулась, выверните ее лицевой стороной. И теперь снова в первую петлю. Вот она. Мы вяжем соединительный столбик. Подтягиваем хорошо нитки на крючке и воздушную петлю. В следующем ряду мы вяжем 5 столбиков без накида. Начинаем ряд с прибавки. В первую петлю провязываем 2 столбика. И потом до конца ряда по одному. Три. Четыре и пять. Снова в первую петлю провязываем соединительный столбик, воздушную петлю, и в последнем ряду мы вяжем 6 столбиков без накида. Первую петельку провязываем 2 и еще 4 до конца ряда. 3, 4 5 и 6. Закрываем ряд соединительным столбиком. Делаем воздушную петлю и протягиваем длинный конец нити
Обрезаем так, чтобы нам хватило этой нити для пришивания к голове. И вяжем точно такую же вторую деталь. Вот такие рожки. Теперь приступаем к вязанию ушек. Мы берем цвет какао, обычную пряжу Yarnart Jeans, и вяжем в кольцо 6 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6. Затягиваем. И в первую петлю провязываем соединительный столбик. Воздушная петля подъема. Во втором ряду мы вяжем 9 столбиков без накида. То есть делаем прибавку через каждый столбик. С прибавок ряд и начинаем. В первую петлю провязываем 2 столбика без накида, во вторую 1. В третью 2, в четвертую 1, в пятую 2. И в шестую 1. Закрываем ряд соединительным столбиком и вяжем воздушную петлю для подъема. В третьем ряду мы вяжем 12 столбиков без накида, то есть делаем прибавки через каждые 2 столбика. Провязываем 1, 2. Потом прибавка. Раз, два, прибавка. Раз, два, прибавка. Закрываем ряд и теперь вяжем еще 3 ряда по 12 столбиков без накида. После того, как мы провязали 6-й ряд, мы складываем деталь пополам и еще раз пополам. И провязываем через все стеночки 3 столбика без накида, захватывая все 4 слоя. Раз, два и 3. Делаем воздушную петлю, длинный хвостик здесь не нужен, обрезаем нить и вяжем точно такую же вторую детальку. Вот у нас получилось 2 ушка. Ну и теперь вяжем саму голову. Первые 6 рядов мы вяжем светлой нитью, а затем уже сменим на какао. Мы провязываем цепочку из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. Делаем петельку подъема и во вторую от крючка провязываем столбик без накида. 1 столбик, в следующую петлю 2 и в следующую петлю 3. В эту же петлю, куда мы провязывали 3-й столбик без накида, мы вяжем еще 3 столбика. 1, 2
3. Теперь в обратную сторону мы вяжем 3 столбика без накида. 1. Два, три. И в последнюю петлю мы провязываем еще 3 столбика. 1, 2, 3. В первую петлю ряда мы вяжем соединительный столбик и делаем петельку подъема. Теперь вот этим концом свободным мы можем прошить с изнаночной стороны петельки, чтобы у нас не получалось вот таких вот дырочек, там, где мы вязали по 3 столбика. Вот так, просто несколько стежков, подхватывая стеночки столбиков с одной и с другой стороны. Не перетягивая полотно, а просто немножко подтянуть, чтобы не было вот этих дырочек и вязание смотрелось аккуратнее. Дальше мы вяжем во втором ряду 18 столбиков без накида и делаем прибавки по принципу вязания овала. То есть сначала мы провязываем 3 столбика без накида по одному в каждую петлю. Потом провязываем подряд 3 прибавки. 1, 2, 1, 2 и 3-я прибавка. Дальше вяжем 3 столбика без накида по одному в каждую петлю. 1, 2, 3. И еще раз подряд 3 прибавки по 2 столбика в каждую петельку. Закрываем ряд соединительным столбиком и делаем воздушную петлю для подъема. Дальше прибавки мы делаем уже по кругу и в третьем ряду вяжем 24 столбика без накида, делая прибавки через каждые 2 столбика. 1, 2, прибавка. 1, 2, прибавка. 1, 2, прибавка. И так до конца ряда. Заканчиваем ряд прибавкой. Закрываем соединительным столбиком, воздушная петля, и в следующем ряду мы вяжем 30 столбиков без накида, делая прибавки через каждые 3. Начинаем ряд с прибавки, потом вяжем 3 столбика по одному. Прибавка. Раз, два, три. Прибавка. И так мы довязываем этот ряд. И потом вяжем еще 2 ряда по 30 столбиков без накида. В конце 6-го ряда мы меняем цвет на какао. И для этого мы последнюю петлю не провязываем до конца, а подхватив нить и протянув ее, 2 петли на крючке мы провязываем уже новой нитью. Вот так. Теперь
Этой же нитью мы делаем соединительный столбик, воздушную петлю, свободный конец подтягиваем, и дальше мы вяжем новой нитью на изнаночной стороне, подхватывая вот эти два кончика, молочный и какао, и прячем их в столбиках на изнаночной стороне. Вот таким образом. Тогда нам не нужно вязать узелки, и полотно вязаное будет аккуратнее. Это мы вяжем 7-й ряд, в нем мы провязываем 30 столбиков без изменений, и точно так же вяжем еще 8-й и 9-й. В 10-м ряду мы провязываем 27 столбиков без накида, то есть мы делаем 3 убавки с интервалом 8 столбиков. Мы провязываем 4 столбика по одному в каждую петлю. Потом мы делаем убавку. Для этого мы заводим крючок за переднюю стенку одной петли, сразу же за переднюю стенку второй, протягиваем через них нить и провязываем уже как обычно столбик без накида. Вяжем теперь 8 столбиков по одному в каждую петлю. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И еще раз показываю убавку. За переднюю стеночку одной петли, сразу же за переднюю стенку второй, протягиваем нить и провязываем обе петли на крючке. Дальше мы снова вяжем 8 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Убавка. И заканчиваем ряд 4 столбиками без накида. 3 и 4. Соединительный столбик и воздушная петля. В следующем, в 11 ряду, мы вяжем 24 столбика, то есть делаем 3 убавки с интервалом в 7 столбиков. Начнем ряд с 2 столбиков по одному, потом делаем убавку. Вяжем 7 столбиков, 2, 3, 4, 5, 6, 7, убавка, и так до конца ряда. А потом еще провязываем 12 и 13 ряд по 24 столбика без накида. 14 ряд, и в нем нам нужно сделать 6 прибавок через один столбик сверху, чтобы сделать на мордочке вот такой подъем. У нас получается шов с нижней части головы. Вот так оно у нас будет. Поэтому сначала мы провязываем 10 столбиков без накида по одному в каждую петельку. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А теперь мы делаем прибавки через один столбик. Первая прибавка. Столбик без накида. Вторая прибавка.
следующую петлю столбик без накида. Третья прибавка. Столбик без накида. Четвертая прибавка. Столбик. Пятая прибавка. Столбик. И шестая прибавка. Проверяем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот у нас первая, вот у нас последняя. Примерно на одинаковом уровне. И теперь мы ряд довязываем столбиками без накида. Раз, два и три. Закрываем ряд соединительным столбиком, делаем воздушную петлю. И теперь 15 и 16 ряд мы провязываем по 30 столбиков без накида, без изменений. 17 ряд мы снова вяжем 30 столбиков без накида, только теперь мы еще по бокам ввязываем ушки. Вот у нас получился вот такой переход на голове. И сложите деталь пополам и прикиньте, где у вас получится место для ушек. У меня это снова получилось, что надо провязать 10 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10. Теперь мы берем ушко, вот так вот его поворачиваем, и крючок проводим в петельке ушка и заводим в петельку на голове. И через обе эти петли мы провязываем столбик без накида. Раз. Точно так же вторую петлю. Подхватываем одну на ушке, одну на голове. Два. И три. Ниточку от ушка мы заводим на изнаночную сторону. И дальше вяжем на голове 12 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И теперь мы ввязываем второе ушко. Вот так его располагаем. И петелька на ушке. И петелька на голове. А свободный конец мы заводим опять на изнаночную сторону. Первый столбик. Второй столбик и третий столбик. И у нас остается 2 столбика до конца ряда. Закрываем соединительным. Воздушная петля. И проверяем, что у нас получилось. Вот, ушки ввязаны ровненько. Теперь продолжаем. Еще 18 ряд мы вяжем 30 столбиков без накида. С 19 ряда мы будем начинать делать убавки, но перед этим
Пока мы не наполнили деталь, очень удобно вышить глазки и ноздри. Для этого мы берем нить, можно мулине, можно обычную швейную, только тогда ее лучше сложить в четверо. И глазки вышиваем на 14 ряду. 6, 8, 10, 12, 14. Намейте себе, можно булавками, можно на глаз. И вот так стежочками на один ряд мы вышиваем. Для удобства лучше считать стежки, для того, чтобы у нас потом глазки получились одинакового размера. Это третий. Четыре. Пять. И вот так, разравнивая ниточку, вы вышиваете до того размера, который вам нравится. Один, второй и две ноздри. Вот что получается. А теперь с 19 ряда по принципу круга мы начинаем убавлять. В 19 ряду мы провязываем 24 столбика без накида. Начинаем ряд с убавок. И делаем убавки через каждые 3 столбика. 2, 3. Убавка. Раз, два, три. Убавка. Раз, два, три. Убавка. И продолжаем так до конца ряда. В 20 ряду мы вяжем 18 столбиков и делаем убавки через каждые 2. Раз, два, убавка. Раз, два, убавка. И так до конца ряда. Теперь пришло время пришивать рожки. Мы их пришиваем на 2 ряда выше глазок. Ну, а по расстоянию уже смотрите, чтобы они были пришиты ровно и симметрично. Для этого мы подхватываем петельку на голове. Протягиваем нить и подхватываем петельку на детали. Петелька головы. Петелька рога. И вот так по кругу мы пришиваем и один, и второй. На изнаночной стороне мы затягиваем нить на узелок и наполняем уже голову холофайбером. И продолжаем делать убавки. 21 ряд, и нам нужно провязать 12 столбиков, сделая 6 убавок через 1 столбик. Мы начинаем ряд с убавок, потом столбик без накида, убавка, столбик без накида, убавка,
столбик без накида и так до конца ряда. Набиваем максимально плотно холофайбером и вяжем теперь уже последний ряд. Мы вяжем 6 убавок. 1, 2, 3, 4, 5 и последняя, 6. Соединительный столбик. Воздушная петля. И обрезаем нить, оставив конец сантиметров 10. Теперь этой нитью мы закрываем отверстие. Для этого мы подхватываем иголочкой передние стенки петель по кругу. И просто затягиваем. Вот так. И у нас очень аккуратно отверстие закрывается. Теперь вводим иголочку в середину и вытягиваем с нижней части головы. Нитку даже лучше все-таки обрезать подлиннее, потому что ей потом можно будет и к туловищу голову пришить. Все, голова у нас готова.